Прошу сбежать, и консулиция вкусные, черные, вон туда, вон идите вовнутрь, зайдите. Я уже наши смотреть, я вас не, ну собрать, вот а там мне показали, весь этот кубик, серьезно. Да? И опять. И клизму. Вот я об этом не подумал, но это еще лучше. Может, к чему хорошему и приведет, когда, ну, в принципе, это тяжело, когда один, ну, это причем, это же очень принципиальный вопрос, правильно? Например. Соблюдать шаббат или нет, это очень принципиально, и вообще часть жизни, это выходные, которые вы вместе проводите, правильно? Всю неделю вы друг друга не видите, вы видите друг друга в субботу, и когда в эту субботу, в эти два дня начинаете... Сейчас снимаю, Завечка, ты послушаешь, Рахилют, Лашон Ра, Тутали. Давай, Ванечка, расскажи, чем мы тут сегодня собрались? За каким хре... Так, о, вещественный док. Мы собрались для того... Я его здесь... Гниленькая вода. Вот, хорошо. Съесть ее с дерева. Точно. И дерево еще укуси. Ты все равно не знаешь, как... Че, я не знаю. Викочка. Ты хоть включил ее, да? Да, да. Викочка. Давай, улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой. Я уже не могу. Чихнула в камеру. Много разрешили кушать. Одну, Викочка, ну пожалуйста, ну ради меня. За папу, за маму, за кухню. Давай, бросьте. Мы приходим обычно после спорта, мы идем в кафе Пышки. Вот, вот здесь очень я просто не могу. Пошли, зайдем в кафе, сдаем, там, знаете, в кафе сдаем в гардероб свою одежду, кушаешь, выходишь, и вот Ленка так. Она краснеет, бледнеет, покрывается пятнами. Я подключил. Винка. Я номерок. В следующий раз мы у нее. И вот номерок. Пролив. Чтобы опять посмотреть вот это вот. Вот это вот. Страх. Вот это вот катастрофа жизненную. Девчонки, я номерок потерял. И каждый раз мы так у нее делаем. И каждый раз одна и та же. Девчонки. И у нас теперь присказка такая в семье. Я номерок потеряла. Слушай, а я тоже потеряла эту бумажку. Да? И все? Все? И не выпустила? Все, придется сдать вам. Нет, да? Серьезно. Что ты Машка, привет. Привет, Манишма. Беседер. Ты вообще рискованный. Вас снимают. Оружие берутся. Вау. Могу а вот ты, кого мы видим в призвании? Как дела? Да классно. Здорово. Сиди, сели. Что вы тут делаете? Мы тут случайно проходили по дороге, как я перелезу через баню. Давай, ты главное на меня не наступи. Я уже так наелась. А что такое? Расцепишься? Как дела, Ваня? Как дела, Светочка? Мы приехали в начале 11-го. Бару Башем Жиги, спасибо. Они не разрешают. Манишма. Я вымазался, как сегодня. Женька, что ты ко мне прижимаешь? Сядь как человек. Я не могу, ты все занял своими ногами, своими кеглями. Чёрный. Дай позырить. Жарко. Да снимаю, что тебе? Давид,